Завтра в Москве стартует один из самых престижных международных турниров по дзюдо – Кубок Большого Шлема. В состав национальной команды попали и представители спортивных школ Дагестана. В весовой категории до 66 килограммов выступят чемпион Европы Камал Ханмагомедов и победитель молодежного первенства страны Абдулла Абдулжалилов. В весе до 100 килограммов на татами выйдут бороться чемпион России Арсен Омаров и призер Кубка мира Хайбулла Магомедов. В турнире среди женщин надежды любителей дзюдо Дагестана будут связаны с успешным выступлением в категории до 63 килограммов Пари Суракатовой. Правда, результат серебряного призера первенства страны пойдет в зачет Санкт-Петербурга.